Ребят, привет! Вы на канале Polens, на канале, где мы рассказываем о переезде в Польшу, о жизни в Польше, о всех нюансах, которых мы проходим сами и делимся с вами всеми подробностями. Сегодня хочу вам рассказать, больше это будет интересно ребятам, которые проживают в Беларуси, как же можно еще переехать в Польшу быстро и, как бы, скажем так, за малые деньги. Я расскажу вам о гуманитарной визе, которая существует, она существует уже с конца августа, но опять же не все об этом знают, потому что очень много у меня ко мне ребят обращаются с вопросами, как же можно переехать. Я уже, вот здесь будет ссылка, делала сжатую информацию о тех вариантах, которые можно абсолютно легально пересечь границу, скажем так, и жить здесь на легальных основаниях. Это по карте поляка, по трудовой визе, по учебной визе, выйти замуж за польку либо поляка, открыть свой бизнес. Ну и вот также один из видов – это гуманитарная виза. Она выдается на один год. Важный нюанс – вы должны знать, что она без доступа до рынка працы. Выдается кому? Выдается тем людям, которые боятся за свою жизнь и здоровье, вообще у них разные политические взгляды в своей стране, они хотят переехать в Польшу. Она абсолютно бесплатная, кроме 11 евро, которые вы должны заплатить непосредственно в визовом центре. Ее получить достаточно легко, вам нужно только заполнить анкету, фотографию, оплатить страховку на весь год и написать заявление, что вы хотите получить такую визу, и, как я уже сказала, оплатить 11 евро, все. В принципе, больше никаких проблем тут нету, и с ней вы спокойно можете несколько раз пересекать границу, сколько хотите ездить к родным в Беларусь за вещами, то есть туда-сюда, год вы можете спокойно ездить. Также с этой визой можете спокойно ездить в страны другие шенгенской зоны, поэтому достаточно тоже удобно, но как минус, я уже сказала, она без доступа к рынку працы, поэтому подумайте, нужна ли вам такая виза, что вы будете делать, либо ищите другие варианты переезда, если действительно вы хотите это сделать. Также, если у вас какие-то конкретные вопросы будут по переезду во Вроцлав, либо помощь в работе, в жилье, в поиске жилья, устройство в полицейскую школу, можете писать мне, я помогу как советом, так и реальными действиями. Подписывайтесь, здесь будет ссылка на мой инстаграм. Также подпишитесь на наш канал, потому что у меня еще для вас очень много полезных видео. На этом у меня все. Пока!